Леон. Бегает, кажется. Рэпер Леон. Да, да, возможно, рэпер. Рэпер Леон, Живаль Лимон. Или кто это? Рэпер Леон или не рэпер. Читочку делает нормальную. Да ладно. Это через десерт все свой чеперц. Режим туриста активировался. Это известная испанская лестница. Вот столько людей. Missing out on my years. This time when I wish I was where I was. Back when I used to wish I was here. Missing out on my days. Scrolling through life and fishing for praise. Opinions from total strangers. Прокомментируйте ситуацию. Я такого еще не видела. Ну что, друзья, здесь жил Гоголь. В общем, сзади фонтан Трави, и есть такая информация, что каждый день здесь собирается около 3000 евро. Так что вот вам лайфхак. У кого не хватает денег, сказано. She finally got to Rome, and all she did was post pictures for people at home. Cause all that mattered was impressing everybody she's known. I know.
Джей-Зи живчик. Вы, кстати, знали, что ему 48 лет? Бейонсе и Джизель Ноулс 56. Это было очень сильно. Я очень доволен. Ну, как вы, наверное, уже догадались, теперь я буду стараться писать для вас часть своей жизни. Буду показывать моменты, которые меня вдохновляют. Надеюсь, что вам понравилось сегодня. И с каждым разом будем лучше и лучше. Оставайтесь на связи. Значит, история следующая. Концерт закончился 2 часа назад. По-прежнему нет машин. Я поставил тройной тариф, 75 евро. Никого. Сейчас думаю потрусить 5 километров по городу, посмотреть на достопримечательности Рима, скажем так, под другим углом. Очень круто, что можно бежать вот по вот таким дорожкам, которые предназначены для великов. Поэтому если вы бегаете и очень далеко до парка хочется побежать, как в моем случае, то в городе вполне спокойно можно наматывать мили. Кахлыном корону. Бонжорно, хохлы не бегут. Хохлы не бегут. Хохлы не бегут. Хохлы нон корона. Если когда-нибудь вы подумаете, что пробежаться по Риму по 8 утра это супер крутая идея, выбегайте в 6. Ребята, мои римские каникулы подошли к концу. Решил с Термини поехать на Леонардо экспрессе в аэропорт Фиумичино. Удовольствие стоит 14 евро. Скоро домой. Всем спасибо. Мы сегодня совершенно случайно в Риме встретили рэпера Леона. Я приложил все силы и теперь на коне. Я как серый кардинал. Мне товарищ говорит, смотри, по-моему, рэпер Леон. А я смотрю, в толпу не понимает вообще, рэпер Леон или не рэпер. Ну, вот ответьте мне в комментариях, ребят.